Витя очень любит контакты. Радости, когда кто-нибудь разбивается. Куда поедет? Хотя бы что-то больше. Наверное, не поеду. Не, я видел, как они сейчас до этого ездят. Народ подвалил. Ну, сейчас они все идут. Я в трансляции говорю. Это что такое? Стегнение. Пауэрбанк? Да что? Мы понимаем. Давайте лайки. Если на бомбой не ай-яй-яй. Ой, не закончил заезд. Кто? Шестерка. Шестерка, да. Да. Не закончил заезд, блин. Синхронно, максимально близко. Первый должен ехать по заданию. Второй в этом момент. Я не знаю, кто на БМВ. Вон Витька на стыках. А, нет, Рина. Сколько всего водителей? Два или? В смысле? Ну какая? Витя. Витя, Ренат, двоих на одной машине. Трое на одной машине, это сильно. Прямо сильно. Максимум двое. Ты же говорил, слетел вчера. Если бы был топ-16, как и обещали, Ренат бы слетал. Стань сюда, пожалуйста. Стань сюда. Жига-дрыга не догоняет. Вторая пара поехала. Михаил прислал подарок. Что это значит? Это карбон едет? Не знаю. Это Сдеха, наверное. Сдеха едет. Я здесь сегодня сказал, говорю, Сдеха, вы на второй передаче едете? Он говорит, да. Я говорю, вы что, на третьей надо ехать? Он говорит, мне похуй, блядь. Я говорю, так в отсечку упираешься, у тебя скорости нет. А мне, говорит, похуй. Ну, я говорю, ну смотри, блядь. Они боятся третьей, что-то они не закончили заезд. Не ближе к краю он едет, а посередине дороги. Сразу поехали, у них еще надо было. Я не поняла, что происходит. Я тоже не понял, они не закончили заезд. Они решили медленно боком поехать. Нам нужно надо близко ехать, да? Вот видишь, не близко, я говорю, вообще. Не знаю, скорость. Прям на изи. Скорость.
Деха отстал. Я вообще не поняла, что это. Они все, поехали, боевой заезд. А это был прогревочный, да, что ли? А что, можно так? Первый прогревочный. Один-единственный, причем. Они не меняются. Вот один едут и все. Кто-то первым номером едет и все, и больше не меняется. Кто-то вторым едет. Парный меняет. Когда боевые идут уже, тогда меняется. А прогревочный не меняется. Он один единственный круг. Вообще обычно прогревочных нет, а тут что-то их пожалеемся. Потому что тренировочных не было. Не было тренировок? Нет. Нифига, на. Иван. Да? Да, или, блядь, как? Я боюсь, блядь. Деха, Деха. Я тоже не знаю, Деха всегда. И будет. Иван или Илья, я забываю. Короче, Кент. Ренат едет, короче, с Марком. Синий, на синих колесах, которые. Который на предыдущем этапе умолял убить любителя. Кавабанга лучше едет. Кавабанга на этих, на хайке. Да все. Вот видишь, как надо ехать? Прочертил ему, по-моему, он колесом, блядь. Прочертил ему колесом, блядь, бочину. Смотрите сейчас. Красиво. Левая бочина, прочерченная колесом. А, Вань, да, Иван, ну, Ваня. Ваня с Дехой. Можно прочертить. Ваня с Дехой? Да. Колесо можно прочертить, но если он его ударит, так, то есть нормально. То ну, он сейчас его просто... Нельзя выиграть. Он просто, видишь, он нажимает газ в палас. Во-первых, пацаны на белое не едут на второй передаче, а надо их путей. Ну, это я же слышу. Во-вторых, они едут на Контике, а вот он потом едет на Хаку. Континенталь БД, раньше в то время кто-то делал, теперь Хака. Нокиан Хака. Я знаю, это хорошая позиция. Где Ангелезина? В России ее больше нет. Что вообще? Все купили. Блять, а руки опять мерзнут, прямо. Самая топовая 8-я, 9-я плохая. Все, на наши следующие. Сейчас прогревочный идет. Коса и Демиденко. Коса и Демиденко, да. Демиденко на белый. Однотонно. И тут мы, когда дома считали таблицу, мы проголосовали за Косая. Ну, остальные пацаны за Демиденко. Оп, Косай бруствер собирает. А, да, точно, еще прогревочный. Это прогревочный. Этапе. Оказывается, на этом этапе, что типа по одному кругу. Потому что они боятся к последнему этапу. Что, трансляция нормальная, не тормозит? Я не знаю, меня тормозит. Напишите в комментариях. Сенат показывает.
Ох, блядь, детонация у Демиденко, ебаный в рот, блядь. Пальцы звенят конкретно. Справился, умница, девочка. Ой, девочка, мальчик. Слышь, блядь, пузо сейчас дам. За слово пацана отвечаешь, что ты не мафия? Отвечаю за слово пацана, что я не мафия. Видел, да, трансляцию? По-моему, если просто коснулся, то не снимает, блядь. Если он колесом чиркнул, то не снимается. Если контакт. Если прям... конкретно бахнул, то да. Все, боевой заезд пошел. А там контакт сразу видно, это же лед. Опять косай в ту же сторону, блин. Опять брусьер собирает, баллы срезают за это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это, вот за это будет кость. За это, все, прямые колеса, я вам. Если бы ошибся первый, поэтому в него включался второй, тогда бы у первого был заснял. То есть, если бы он его повредил, да, тогда первый бы заснял. Итак, видишь, видишь, он режет его, чтобы догнать Мы вчера видели, как ты улетел, Йома? Кто? На пятерке, Йома. Брусьер, блин. Куда обычно все вылетают. Смотри, здесь я аж тортик приготовил. Думали, он выиграет. Посмотри, наверное, на другую сторону. Повернись, вон тортик ему подарили. Да? Думали, он выиграет. Все. Поменялись боевой второй заезд. Сейчас у касается. Касай сейчас единственная надежда, что Демиденко закосячит. Да. И что-то травмы еще. Вот первый, который ехал, он ехал в пуще, заезжает второй. Нас выгонят отсюда. Кого? Нас выгонят сейчас. Конечно. Ну, перейдем чуть дальше. Да. Опять касание. Кого? Опять касаю. Нет, это уже третья пара. Сейчас бусинка поедет, Ренат поедет с Марком. Сейчас будет первый прогревочный, потом два боевых будет. Когда первый получается Марк, потом Ренат. Все, 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 смещаемся. Кадр-то, яма. Че, поехал Ренат? Ренат поехал. А, это наш. Ну,
тренировочный. Это же тренировочный фильм. Он у нас человек настроения, он сейчас расстроится раньше времени. Даже, блядь, неуправляемо, ёба. Что-то Ренат не может ехать. Это фиаско, братан. Все, два боевых. Они сразу на финиш. В смысле? Это тренировочка. Да, шестая пара. Все, сейчас я поеду. Да нет. Ну, я думаю, что сейчас Егорка, что люди пишут? Да ничего не пишут. Немногословные люди. Ой, надо чуть бэкворд не замутил я. Бэкворд? Да. Дави его, блядь. Дави. Легко, блядь, конечно, получается. Короче, да, ну сейчас они сделают один день. Короче, получается, потом надо убежать вторую пушку. Да. Лучше, конечно, когда они едут в коронные вниз, там они смотрят на реальный парк убили. Нормально. Сейчас главное Рине не закосячить. Риня в топе. Это мне нравится, да? Когда другой человек ошибается. Облизал нормально. Надо он, мордой? Он поместился, да, нормально. Победа команды ЦСКА. Он, блядь, конечно, не по своей траектории пошел, но все равно это допустимо было. Бусинка форева.
меня руки замерзли, бля, уже опять. Все, пацаны, пошли его поздравлять. А кто там? Тёма, Матвей, Вова один? А, да. Не факт, Ваня, что Ренат проиграл бы. Я не помню, с кем едет Фомиков. Ренат, может, и как бы и дальше ехал по трейку, по расстоянию, но Марк Груферу и Шушол конкретно ехал на прямых колесах потом. И фишку еще положил ему. Че, пойдем вниз? А че, да видишь, скоро поедет? Так он когда скоро поедет? Сколько там, 8 пар? Сколько уже проехало? Я пойду туда, я замерз. Можно я проскочу быстро? Что думаете? Все, замерзший человек. Мы что думаем, думаете? Все, огонь. Ренат прошел? Да, вроде. Ты убрался же второй, ну ты что? Ну там споры шли, блядь. Да какой он вот там, блядь, ну он убрал. Ренат срезал там территорию очень хорошо. Да, ты что? Да, на грани давай, фола. Что, пойдем спросим. Че? Че ты думаешь? Че, я думаю? Я думал, я проиграл на самом деле. Ну, не знаю, спорный момент какой-то. Он убрался. Зарядку из мозга заряд стал. Он убрался, но ты на второй, когда, на второй дуге, ты когда там шел, ты срезал. Вот на той дуге да. Я затягиваюсь, она не провалилась, прикинь. Я думаю, да ну нахуй, я, блядь, клатч, бах, тормоз, чтоб только фишку дотянуть. Ренат, короче, вот ты прям конкретно там срезал, облизал ту фишку. Я понял. Слышь, а конкретно... Облизал. Облизал. Прям облизал. Да. Спору нет. Ну на грани фола. Ты откуда зарядку берешь? Из мозга? Да. Да. У него башка работает так, что заряжает планшет. Что-то комментарии не пишет. Видать, опять повисли комментарии. Самая фишка, знаешь, где разъем? Да, провод-то по всей спине. Провод-то по спине, разъем-то знаешь где? USB его, бля. Я еще еду. Первый круг поедем, самый первый едем. Блять, убрался, ну все, пизда, блять. А потом проиграл. Потом понимаю, это ж тренировочный. А ты понял намек? Показали. Не видел нас? Блять, Витя изобразил максимальную медитацию. Успокойся. Народ не смотрит, я вас. Бурхан, кошмарно. Очередной раз. Сайт,
свет замерз. Ни хера он показывает. Конечно, 36% осталось. Хотя заряд... Ай, зарядка не идет, блядь. Вот чё. В чём проблема-то, блядь? Зарядка не идет. Чё за хуйня? О, пошла зарядка. Сразу 59% показало. Это какой-то Samsung планшет, блядь, с генами айфона, блядь. Зависает, Ваня, может, вот у тебя, что, блядь. Смотри. Сказал ему давление, что-то показать. Зачем? Он ведь колесо пустое просто. Тот глянул, что оно действительно сильно спущено. Не катается на 0,9. Вот, блядь. Он просто ему сказал, что у тебя колесо пустое. А чит? А это чит. Почему чит, блядь? На 0,9 катается колеса, прям видно, что спущено. Сказал, колесо спущено, блядь. Он говорит, я знаю, я специально так сделал. Ваня, а ты где? Видите, сейчас будет первый боевой заезд. Владимир Вальковский передает тебе привет. Всем привет. А почему ты дома, а не здесь, а, Ваня? Хуй знает. Все проедем, посмотрим. Да, круто подъедем. Комиссару наши шайбочки показал. Заглянул туда, молча посмотрел, посмотрел и все, ничего не сказал. Я же болею, плохо мне очень. С чего ты болеешь? Перебухал вчера, что ли? Забрал у них. Твоя вообще унылая жопа, блядь. У Кавабанки. Ну, значит, поправляйся. Здоровья тебе желаем, Ванечка. Конь ты наш троянский. Посмотрим сейчас. Сейчас будет первый боевой заезд, вы видите. А там дальше видно будет. Шейн вышел на Анохина. Ну не Шейн, как его зовут, тоже на бумере.
поедем. Давай. Счастья, здоровья. Да я дверь закрыт, блядь. Плотный, подержи. Жигули спинка закрывает. Уже известен результат? Да, Ренатка прошел. Прошел? Поздравляю. Ренат прошел дальше у нас. Со шпетом. Да ну нахуй. Найдет. Нормально. Шпету не обидно проебать, что ты. Это просто... он должен так говорить. Может ему с разгона просто расхуярить его, чтобы он дальше не прошел. Это знаешь? Это как я, короче. Уехали на Россию. У меня, блядь, второй заплыв с Лехой Поминковым. Я просто охуел. Я говорю, блядь, Леха, ну я тебе говорю, фору полбассейна дам, говорю, ты поплывешь. Тренера просто га-га-га в голос, хули там. Чувак просто охуенно плавает. Что у него? Мотор в жопе стоит, да? Нет, у него просто грибок охуенный, динамика охуенная. Да и, ладно, и, ты там торпеду заднюю врубаешь. И плавает он охуенно. На воздушной тяге нахуй едешь, у него вылазит, блядь, секретный. Ингредиент, блядь. Ой-ой-ой, нихуя себе. Ладно, пойдем снимать с трибуны, посмотрим, что там. Кто смотрит-то вообще, а? А кто не смотрит? Так, я уже успеваю перебежать. Чуть-чуть погрелся, ему руки, блин, мерзнут сильно очень. Нету пропусков? Я не знаю, где пропускать. Нет. Их нету в машине. Вова, принесите нам пропуска, два мне надо. Зайти потом. Все, боевой заезд начался. Унылая копейка поехала. Кавабанга. Ренатка, счастлив? Да, прошел же он. Я понимаю, что он прошел. Марк домой уехал. Да? Сразу обиделся и уехал? Да, уехал. Сразу на улице. Ренат сейчас поедет со шпетом. Я знаю. Ренат, следующий пара у него со шпетом. Шпет это какой-то ездит на кресле. Единственный пилот на. Нормально пристроился вообще. Вообще отлично. Ну, первым он сильно косячит. Посмотрим. Ой-ой, вон Бэха тоже коснулась. И распрямился он. Кто-то там отстреливает еще. Карпов еще не ездил. Карпов топ-8, по-моему, да? Да, Карпов третий. Ой-ой-ой, Бэха опять косячит.
себе шорика, потом продал шорика, опять ездил на бэхе, сейчас вот это. Оп-оп-оп-опа, ножки мерзнуты у меня. Народу так нормально пошло. Бэха, белая бэха. Потом белая бэха только после покраски с винилом разрисованы. Потом шорик. Сейчас Витя потом поехал. Белую бэху вас... Смотрим внимательно. Бэха бывает вот этим. Ну, бэха. На которых конечно нет. А, Витя первый едет, да? Сейчас тренировка. Да, Витя первый. Тренировочный заезд. И Витя первый едет. Да. О, блядь. Переборщил Витя, блядь. Переборщил, блядь. Что на этот болт надо смотреть? Один день. Буржуйка не догоняй. Но угол большой, блин. Витя уходит, если Витя не будет косячить. Да, Витя надо не косячить. Блять, опять не управляем, ловит, блядь. Сильно разгоняется, да, здесь. Так, ну все, боевой заезд. Первый боевой. Это трактор. У него стоит турбина, и что бы не делать? Я вчера видел, там кого-то показали. Ты на видео видел? Конечно. Да, он тебя смотрел. Ты вчера так удачно показал. Блять, опять туда же Витя. Пиздец, блять. Форшмак нахуй. Это фиаско, братан, блять. Нахуя так ставится, блядь? Можно же сохраниться, блядь. Бусинка уходит, конечно, от него вообще нормально. Добро уходит. Так же можно, да, поставить. А, есть второй, тоже так же, блядь, спорный момент, если честно. Очень сейчас спорный. Сейчас поеду наоборот, второй, Витя его за этого. Он ушел, хорошо. Да, он ушел. Витя сейчас ему выдыхает. Буржуйка, да. У него, по-моему, у буржуйки конты же, да? По-моему. Да, по-моему, кончики. Контики у него. Ну, кросс и контик, насколько я знаю. Буржуйки, ты сказал? Да. Блять, касание было. Ну, не развернуло же, еду дальше. Бля, Витя на грань фола прям хуячит. Это
отклонился маленько. Вообще близко идут, блядь. Вообще близко идут. Блядь, прямые колеса. Блять, очень спорно, очень спорно. Он два раза. О, Пепа! Ты когда пришел? Да? Не видела. Очень что, спорно, блядь. Че, пойдем? Что, решает еще? Товарищи, результат. У нас теплоход проехал, да? Перезаезд? Стой. Сразу в очередь к Сереге Куковскому. Что, 10? 11-й вылетел, да? Да. Все, Витя вылетел. Серьезно? За что? Он не приближался к нему. Витя на прямых колесах ездит. Ты на постановке закошмарил вообще конкретно. Я, ну, ручник, говорю, не отработал. Я раз, нихуя. Тёма, сходи за Пепой. Зачем? Пойдём сейчас туда смотреть. А, мы туда пойдём? Кто такая Пепа? Покажи мне видео, как я ехал, блядь. Меня какая-то Пепа. Ну, я в трансляцию снимаю. А ты не снимала? Я на видео снимала. Ну, дай посмотри. Подожди, точно. Туда, блядь. Так. Давай, Сморчок, на тебя вся надёжа. Японский турнир пошел. Включу трансляцию. А кому, блядь, да? Когда Ренат поедет. Давай, Вадик, ты сразу на постановке в группе.